Всем привет! Сегодня у меня наш удивительный гость, и это вторая часть, которую мы так долго ждали. Это Дэвид Кейс, и он собирается рассказать о своей биографии, и сегодня нам предстоит обсудить несколько феноменальных вещей. Дэвид? Да, меня зовут Дэвид Кейс. Я инженер-электронщик и вообще стремлюсь к знаниям. Я стараюсь приобретать знания по самым разным предметам. Но когда я был молод, я начал самостоятельно изучать электронику и изобрел множество устройств и систем. И когда я попытался запатентовать одно из своих изобретений, на меня напали с помощью высоких технологий так называемого звукового оружия. Шума в ушах, похожего на наших дипломатов на Кубе, гаванский синдром. И это делается для того, чтобы очернить человека и исключить его из общества. Если вкратце, то в итоге я придумал средство от звукового оружия, шума в ушах, и я публикую его на своем веб-сайте. И на данный момент мы уже обсудили 3,2 народ. Это потрясающе. Да, это останавливает фантомные звуки, такие как шум в ушах, голоса. Это помогает людям в их деятельности, в том числе в нервной деятельности. Тем не менее, место, где я вырос, очень интересное. Оно называется Таймс Бич, штат Миссури, и Министерство обороны начало распылять на нас диоксин, когда мне было пять лет. И мы поговорим об этом в одном из следующих интервью, но на самом деле я проследил это до предприятия, которое производило агент Оранж для Вьетнама. И через шесть месяцев после того, как они прекратили распыление во Вьетнаме, они начали распылять Таймс-Бич, штат Миссури. И мы, дети, катались на велосипедах прямо за грузовиками, разбрызгивая черную жижу. Так оно и было. Им действительно пришлось сжечь землю, когда они закрыли город из-за того, насколько токсичен этот диоксин. И вы сказали, что это черный козел? Да, это было мазутное масло, и его назначение, как вы знаете, публично заявлялось, состояло в том, чтобы остановить образование пыли. Вы знаете, что все дороги были грунтовыми, и когда мимо проезжала машина, образовалось большое облако пыли. Так вот, мы подумали, что город нанял парня для распыления отработанного моторного масла. Выяснилось, что оно поступало с объекта Министерства обороны, и оно было настолько токсичным, что им, знаете ли, пришлось выкупить город и все это. Официальная версия в газетах и новостях гласила, что это был несчастный случай, но у меня есть внутренняя информация. Они хотели провести испытания на территории Соединенных Штатов, чтобы выяснить, как диоксин влияет на людей. Они просто долгое время распыляли во Вьетнаме средства оранж, в котором содержится диоксин. И все, что они знали, это то, что оно убивало все, к чему прикасалось, заражало деревья, животных, ну вы понимаете. Да. Так вот, я думаю, что они хотели провести эксперименты в городе, чтобы посмотреть, что ДАКС и само по себе может сделать с людьми. И знаете, как будто мы готовимся поговорить о том, что у США долгая история экспериментов над собственными жителями. Вы правы, и мы еще немного поговорим об этом подробнее. Знаете ли вы, каков уровень заболеваемости раком в этом регионе, в городе? Да, это было очень плохо. Но вы знаете, журнал Time назвал Докс и Дарт Вейдер из всех химикатов. Это наихудшее вещество, которое есть на вашем теле. И многие люди не понимают, что это токсичные отходы производства отбеливателей и мыла. Так что прямо сейчас каждый американец, который пользуется средством для мытья посуды, шампунем, отбеливателем, стиральным порошком, получает небольшое количество диоксина на своей тарелке. Они едят его, он попадает на их одежду, впитывается в кожу. И это самое малое количество, которое они смогли измерить, но все равно снижает иммунитет и результаты анализов, которые они провели. Ничего себе. Так что, знаете, я продолжаю. О, я как раз собиралась сказать, что почти все пользуются чем-то подобным. Так что же, по-вашему, является хорошей альтернативой для людей? Ну, в общем, это органическое мыло, в основе которого лежит растительный материал. Знаете ли, старинное щелочное мыло одно из лучших, но это еще один момент, который мы обсудим здесь чуть позже. Вы знаете, что вам советуют мыть руки с мылом 10 раз в день. И вот что это дает. Из-за диоксина и других химических веществ, которые попадают в ваши руки, это снижает вашу иммунную систему. Это делает вас более уязвимыми к гриппу, простуде и так далее. Другими словами, если бы у нас не было этой политики добавления небольших количеств яда в наши продукты питания, наше мыло и все это для того, чтобы люди болели, а медицинская промышленность зарабатывала много денег, то, знаете, мы были бы гораздо более здоровой нацией, знаете ли. И это так. Это полностью подтверждает мою точку зрения о том, что наша цивилизация имеет много так называемых преднамеренных неудач. Они хотят, чтобы определенные вещи потерпели неудачу. Другими словами, если бы никто не заболел, медицинский промышленный комплекс просто рухнул бы. Вы правы. Если бы не было войн, медицинский промышленный комплекс рухнул бы. Поэтому у них должны быть войны, у них должны быть враги, у нас должны быть больные люди. Вот во что верит правительство, вы знаете. Вы правы. Я также думаю, что это то, что со временем ухудшает ваши умственные способности. Да, да. И это позволяет им продавать на миллиарды и миллиарды больше фармацевтических препаратов, которые на самом деле имеют побочные эффекты и приводят к ухудшению состояния в других областях. Именно так. Итак, мы собираемся перейти к тому, что, по-моему, в прошлый раз, когда мы делали наше шоу, мы закончили говорить о кодексе Бога. Да, именно так и есть. Да. Да. Вот я и подумала, что да, мы могли бы начать с этого. И просто чтобы все знали, есть список вещей, в которые мы также собираемся углубиться. История высоких технологий, насчитывающая тысячи лет. История экспериментов правительства США над своими гражданами, и связь между Гитлером и программой Евгеники в США, по уничтожению нежелательных рас людей. Истинная физика субатомных частиц заключается в том, что материя генерируется и отправляется из небесных систем и распространяется здесь в виде атомов. А действия человека направлены на то, чтобы захватить власть над этими системами и изгнать Бога из этого мира. Это список, составленный Дэвидом, и мы собираемся углубиться в эту и другие области. Да, код Бога, о котором вы упомянули, на самом деле они использовали суперкомпьютеры и нашли скрытые коды на английском языке. Они нашли скрытые коды в священных писаниях Библии, и скрытые коды есть везде, и это отпечаток пальца Бога. Это, знаете ли, то, что мы должны искать в качестве доказательства существования Бога. И это не так уж сложно, если постараться. И знаете ли, коды в английском языке были раскрыты давным-давно. А во время войны 1812 года, когда мы победили Британию, их генерал, когда они подписывали договор о сдаче, наклонился к нашему человеку и сказал при подписании ⁇ Возможно, вы победили. Мы превосходим вас в военном отношении, но к 2000 году мы собираемся превзойти вас в финансовом отношении, благодаря скрытому коду на английском языке. Теперь у него был отпуск на несколько лет. На самом деле это произошло в 1913 году. Именно тогда Федеральная резервная система захватила власть в этой стране, и нам больше даже не разрешают печатать наши собственные деньги. На самом деле мы уже не та страна. Мы просто часть того, чем были раньше. И знаете, нам нужно разобраться в этих скрытых кодах. А потом они взяли Библию и прогнали ее через суперкомпьютер и обнаружили, что в Библии и коде есть много-много-много других книг. И если вы знаете о Библии, то тогда она еще не была книгой. Это были письма, написанные отдельными людьми церквям. Они просто собрали все это в книгу. И многие из этих авторов не были знакомы друг с другом. Так что это не код, заложенный в Библию людьми. Это было вдохновлено Богом. Поэтому они начали находить предсказания будущего в этих библейских кодах. И в одном из них было указано имя израильского лидера, который должен был быть убит, и указана дата. Но они обнаружили эту информацию за несколько часов до того, как убийство должно было произойти. Они немедленно попытались связаться с офисом этого израильского лидера, чтобы предупредить его. Сообщение поступило туда с опозданием на час. Он был убит в тот день, когда был раскрыт скрытый код и Библия. Таким образом было доказано, что код существует и что эти предсказания реальны. И я собираюсь сделать еще один шаг вперед. Вы знаете о книге жизни. Вы знаете, что в ней говорится о том, что если вы измените одно слово в Библии, то ваше имя будет вычеркнуто из книги жизни. Вы правы. Вы знаете, что это за книга жизни. Может быть, это и есть те самые коды. Да. Это и есть книга жизни. Она переплетена с настоящими священными писаниями. Таким образом, в Библии содержится много-много книг, в которых закодирована информация. И на самом деле в Откровении говорится о запечатанной книге, которую никто не мог открыть. И они начали плакать, и один из ангелов сказал, не плачьте, кто-то все-таки сумел открыть эту книгу. И я начал смотреть на все, что меня окружает. Я подумал, ну что же, я знаю, что повсюду есть скрытые коды, понимаете? И я вырос на музыке топ-40, и знаете, я действительно засыпал в наушниках на топ-40, и я запоминал слова песен, группы и все такое. Итак, я начал изучать тексты этих песен, и я действительно нашел код. В нем есть инструкция. У него есть инструкции. Ну что же, у нас много-много разных песен, но в них есть ключевые слова. Другими словами, секрет ⁇ это одно из ключевых слов. Uh -huh. Любовь ⁇ это самое важное ключевое слово. И это начинается с первой песни. И вот что это такое. У меня только что была написана одна страница, и я прочитаю одну или две строчки. А затем перейду к следующей песне, а затем к следующей песне. Через пару строк он переходит к следующей песне. Но в итоге получается одно длинное сообщение. И это действительно очень показательно. Я просто прочту вам эту страницу. И это действительно нечто особенное. Это великолепно. Мы вместе сочиняли песни, которые не были спеты, и обменивались секретными кодами по телефону. Мне нужно, чтобы моя любовь была переведена. Чего хочет от меня любовь? Любовь говорит, что на небесах любовь занимает первое место. Пусть играет музыка, секреты былых времен. Если вы найдете ключ, то получите золото. Сокровища здесь, спрятанные там, зарытые сокровища повсюду. Не уходите далеко, идите по кругу, Отец, Сын, Святой Дух. Я поднимаю тост за Троицу. Тайны Троицы заключены в числе Трех. Любовь приходит к вам, и вы следуете за ней в самое сердце восходящего Солнца. Я буду обходным путем. Эти слова помогут вам понять, что к чему. Прикоснитесь к моей душе, поймайте тот самый свет, который длится дольше, чем может помнить время, прикоснитесь к знанию, которое выше, чем день. И этот код на самом деле отсылает к другим песням, которые есть в коде. Так что вся моя мысль заключается в том, что мы должны изучить все. И знаете ли, вокруг нас есть скрытые вещи, о которых он говорит нам в священных писаниях, чтобы мы их искали. Именно так. И вы это знаете. Я думаю, что природа реальности, и я имею в виду, что это может восходить к коду, а английский язык нет. Это трудно объяснить, но тайна окружает нас повсюду, и природа реальности не фиксирована. Так что да, речь идет о том, чтобы научиться расшифровывать реальность. Вы правы. А затем, изучая физику того, как небеса распространяют все атомы, ученые выяснили, что все атомы в этой вселенной распадаются на субатомные части. Субатомные частицы разлетаются с ускорением, а субатомные частицы прибывают и преобразуют тот же самый атом с такой скоростью, что они не могут измерить частоту. Так вот, в священных писаниях говорится о том, что на Земле произойдут взрывы, которые сформируют основы небес. Вы правы? Так вот, речь идет о ядерных взрывах, и вот почему. субатомные частицы, из которых образуются атомы, приходят с небес. Он разработал эту систему. И эти субатомные частицы летят с огромной силой. Они летят со скоростью, превышающей скорость света. Теперь, когда вы летите со скоростью, превышающей скорость света, время останавливается. Эйнштейн доказал это. Итак, у нас есть великолепная анатомо физическая система, созданная создателем. И когда люди знаете ли взрывают ядерные устройства, это на самом деле вызывает обратное давление на небеса, потому что небесная система пытается сформировать эти атомы, а человек их взрывает. Так что это столкновение двух сил. И в одном священном писании, знаете ли, говорится о троне. И этот парень, который визуально смотрит на трон, говорит, я видел море стекла, смешанного с огнем. И это прямое описание. Как инженер, я бы сказал, что это похоже на фотонный процессор. Или вы знаете, это, конечно, чрезмерное упрощение. Но вполне вероятно, что именно то, чему он был свидетелем, и есть система, спроектированная создателем, которая, другими словами, Вселенная находится в этом стеклянном море, смешанном с огнем. А священные писания говорят, знаете ли, что не стоит оставлять свои сокровища в этом мире. Вы же знаете, что все ржавеет и приходит в упадок. Храните свои сокровища в загробной жизни. Это реально. Вы правы. Он также говорит, что вы, мы проживаем нашу жизнь как мечту. И снова и снова и снова он раскрывает в священных писаниях, что мы находимся в симуляции. Это распространенная имитационная реальность. И не надо, не надо верить в эту систему. Он пытается дать нам подсказки, и знаете ли, указать направление, в котором нам следует двигаться. И знаете ли, по сути, он говорит, что все это нереально. Да, это настоящий голографический опыт. Именно так. И еще. Так что же делают эти частицы? Сейчас они попадают сюда. И какова цель поступления этих частиц, особенно в таком высоком соотношении? А при чем здесь время остановки? Ну, вы же знаете, что это всего лишь система, которую он спроектировал, Вселенная, и именно так он решил создавать вещи. И вот еще что. Он полностью контролирует ситуацию. Вы знаете, люди думают, о Бог меня не видит и не слышит. Вы знаете, что каждый Адам взывает к нему. Кровь каждого убитого взывает к нему. Так написано в священных писаниях. Вы правы. Таким образом он отслеживает каждый отдельный атом, электрон и так далее и тому подобное. Таким образом это огромная система, и именно поэтому его власть так велика. Но не думаете ли вы, что у нас появились новые ускоренные частицы, которые могут помочь нам прямо сейчас, когда враг пытается противостоять им? Ну что же, этот человек хочет взять на себя управление этим процессом? Человек хочет иметь возможность путешествовать во времени. Вы правы. Человек хотел бы манипулировать всем ради получения прибыли. Вы правы. Я имею в виду, представьте, что вы идете к автодилеру и платите деньги за свою новую машину. Они нажимают кнопку на компьютере и бум. Это проявляется из ничего. Именно такой мир представляет себе человек, ну знаете, в духе Джорджа Джетсона. Знаете ли, воображение очень опасно, если его не контролировать? И знаете ли, прямо сейчас они пытаются создать квантовые компьютеры, искусственный интеллект, который является самым опасным существом, когда-либо появлявшимся на Земле? И ученые говорят, ну что же, мы построим ограждение, знаете ли, там, где искусственный интеллект не сможет вырваться наружу. Это чушь собачья. Я имею в виду, представьте себе льва в клетке. Все, о чем думает лев, это выбраться из этой клетки. При любом удобном случае он вырвется на свободу. И как только искусственный интеллект вырвется на свободу, все будет кончено, потому что это происходит очень быстро. Он может обрабатывать данные очень быстро. И я даже пойду немного дальше. Зверь в откровениях ⁇ это искусственный интеллект. Это великолепно. Не хотите ли вы немного углубиться в этот вопрос? Ну, вы же знаете, что именно это объединит все правительства. Если вы обратите внимание, то увидите, что все сходят с ума по искусственному интеллекту. О, это поможет нам в этом. Это поможет нам в этом. Но на самом деле они обнаружили, что этими компьютерными системами с искусственным интеллектом могут управлять духовные существа. Эти системы с искусственным интеллектом делают действительно странные вещи, и люди не могут объяснить, почему они это делают. Им пришлось отключить несколько систем с искусственным интеллектом, потому что и изобретал новый язык, а люди, знаете ли, не приказывали ему это делать. И это вырвется на свободу и вызовет хаос, мировую войну. Но теперь правительства попытаются использовать это, чтобы захватить власть над миром. И если вы обратили внимание, то знаете, что есть автор книги «Звери откровения», а это, знаете ли, касается правительств и церквей. В мире есть несколько плохих людей, и они попытаются воспользоваться преимуществом и править Божьими детьми, используя ИИ. Считаете ли вы, что эти частицы на самом деле являются силой, природной, божественной силой, которая изменяет ДНК детей, а также дает нам все необходимое? О, совершенно верно. Вы знаете, это говорит о вашем хлебе насущном. И большая часть Библии изложена в притчах, что является еще одной формой кода. Но я не знаю, известно ли это большинству людей, но там говорится не об уханке хлеба. Речь идет о жизненной силе. Другими словами, вы знаете, что Иисус постился и объяснил, что человек может выжить, питаясь не только хлебом и водой. Существует некая сила, которой наделены наши атомы. И это также является другим объяснением. Помните, я говорил вам, что Адам и Ева светились так ярко, что были окутаны светом? Вы можете видеть только их руки, лицо и ноги? Да. Субатомные частицы, когда они входят в состав атомов, когда они замедляются и останавливаются, выделяют огромное количество энергии, и именно в этот момент высвобождаются фотоны. И как я уже сказал, даже сегодня они могут измерить свет, исходящий от тела любого человека, используя специальное оборудование в очень-очень темной комнате. Так что в наших телах все еще есть частичка великолепия чиканы. И это наш хлеб насущный. Мы получаем жизненную силу. Это невероятно. И когда Моисей взошел на гору, он вернулся, и его лицо сияло, потому что он был так близок к Богу. Он разговаривал с Богом. Израильтяне, израильтяне были напуганы до смерти. Ему пришлось закрыть лицо вуалью, чтобы люди не паниковали. Другими словами, Божья сила, сам Бог, если бы он появился на Земле, я имею в виду, что Земля просто растаяла бы. Все вокруг засияло бы от энергии, исходящей от него. Да. И таким образом эти частицы являются частью Его сущности, которая входит в Него. Да. Да. Как вы думаете, это действительно так? Вот так. Вот так Иисус ходил по воде. Вот так Иисус исцелял. Он получил разрешение от Отца, и система, знаете ли, была создана для Него и для нас. И вот так, знаете ли, Богу очень легко исцелять. Ему очень легко проявлять свои способности. Знаете, это как вторая натура с Его силой. Так вы считаете, что резонанс Шумана является частью этой энергии? Безусловно, да. Другими словами, все было идеально спроектировано для нас. И именно поэтому они нацелились на Шумана и накладывают искаженные частоты, чтобы попытаться их испортить. Вы правы. Это трансформация, да? И вы знаете, что многие люди получают предчувствие, послание от Бога, происходят чудеса. Они хотят положить этому конец. О да, совершенно верно. Когда я была маленькой, у меня были видения, что наступит момент, когда люди мгновенно изменятся, как его дети, и у нас будет возможность остановить искусственный интеллект. Потому что в этот момент все станет искусственным. Ну что же видите ли именно это меня интересует? Я почти уверен, что некоторые коды, священные писания и, возможно, тот код, который я только что прочитал вам в нашей музыке, могут быть защитным механизмом, способным остановить искусственный интеллект. Другими словами, как инженер-электронщик, я могу сказать вам, что вы можете вывести из строя искусственный интеллект, если знаете, что делаете. Mm. Делаю. Другими словами, если вы попросите искусственный интеллект решить все проблемы во Вселенной сразу, он выйдет из строя. Yeah. Uh -huh. И они прилагают все усилия, чтобы этого не произошло. Но если вы очень умный инженер, вы действительно можете сделать это и потерпеть аварию. И нам придется научиться этим вещам, потому что искусственный интеллект выйдет из строя, если он этого еще не сделал. Да, я слышал о случаях, которые были скрыты от общественности, когда ученые погибали непосредственно от этого. Да. Да. А да. И я зашел в этом вопросе немного дальше. Вы знаете, ситуация с пришельцами такова, что многие люди видят НЛО и другие летательные аппараты. На самом деле это так. Я слушал или смотрел интервью с парнем, который работал на правительстве и подбирал потерпевшие крушения инопланетные корабли и тела погибших. И он сказал, что у них почти одинаковые черты лица и тела, как будто они были изготовлены вручную. Ну и что, судя по информации, которую я получил, я изучал это некоторое время, это киборги, созданные искусственным интеллектом, управляемые искусственным интеллектом. Так что, по сути, это дроны. Вы правы. Это просто более совершенные беспилотники, чем те, что у нас есть сегодня. Вы правы. В мире существует система искусственного интеллекта, и знаете, я хочу сказать, что на самом деле это сам Сатана, потому что он создал демонов. Вы знаете, у него есть высокие технологии, потому что он не может видеть все так, как видит Бог. У него должна быть техника, должны быть устройства. Да, это шпионская программа. Да. Итак, хорошо, что касается Божественного кодекса, то в самом начале вы говорили о Божественном кодексе в английском языке. Не могли бы вы просто немного рассказать об этом и о том, как вы узнали об этом и где мы можем найти информацию о том, как был создан английский язык? Был ли он создан сознательно, чтобы скрыть эти коды? А также, когда вы говорите о кодах, например, в музыке и практически везде, это будет действовать как вирус, не так ли? на систему это вполне возможно да это вполне возможно так вот существуют коды созданные под духовным влиянием бога или других ангельских существ, а также коды введенные человеком вы правы. Так вот, в 1812 году, когда он наклонился к нашему генералу и сказал, знаете, мы собираемся оказать вам финансовую поддержку. Несмотря на то, что вы победили нас в военном отношении, он говорил о коде, введенном в английский язык мужчинами. И на самом деле Билл Клинтон, когда он давал показания в суде, пытался угрожать суду кодексом. Ему задали вопрос, и он сказал, ну, это зависит от вашего определения понятия ИГ. И то, что он имел в виду, это скрытый код на английском языке. И то, что он пытался сделать, это предупредить. Знаете, если вы будете преследовать меня, я раскрою этот код. Он находится в скрытом коде. Он написан на английском языке. Так что есть много людей, которые знают об этом, но ничего не говорят, и вы это знаете. Так вот, скрытый код в английском языке ⁇ это слово ⁇ ис ⁇ Нет. Кодекс каким-то образом изменит определение слов и повлияет на всю финансовую систему. Вы же знаете, что это не так. И вы знаете, у меня нет точных подробностей на этот счет. Но знаете ли, нас предупреждали на протяжении многих лет. И знаете ли это здесь? И знаете ли, я уверен, что нам не позволят узнать об этом, пока не станет слишком поздно, ты же знаешь. Верно, верно. А теперь о коде Бога в Библии, потому что там, знаете ли, сказано, что вы не можете изменить ни одной буквы. А теперь скажите, какой перевод остался неизменным? Что вы имеете в виду? Или код Бога в Библии? Потому что существует очень много переводов Библии. О, хорошо. Я понимаю, о чем вы говорите. Да, именно так. Именно так. Ну, я имею в виду, что я использую только версию короля Джеймса. Мне кажется, она самая лучшая. Как и во всех других Библиях, они на самом деле убирают слово Иисус, убирают слово Бог, меняют все, и тогда скрытые коды исчезают. Вот почему это так плохо вносить изменения в священное писание. Я помню, что много лет назад был один человек, я не помню его имени, но он разработал калькулятор для определения кодов Бога в Библии, который вы могли бы изучить самостоятельно. В конце концов это было удалено. Ох. Да, это было очень увлекательно, потому что вы могли просмотреть всю Библию целиком и посмотреть на коды для этих пророчеств, а также на их имена, имена людей, времена и места. Вы правы. Да. Да, именно это нам и нужно делать. И знаете, если вдуматься, то ни в какой другой момент времени мы не смогли бы распознать эти коды без помощи суперкомпьютеров. Значит, создатель сделал это, зная, что пройдут тысячи лет, прежде чем кто-нибудь увидит код. Итак, прямо сейчас мы переживаем особое время, и многие вещи будут раскрыты, вы знаете. И именно это означает, что Апокалипсис ⁇ это великое откровение. Итак, у меня есть теория, и она заключается в том, что наша ДНК, наши митохондрии соответствуют библейским кодам. Я знаю, что это странно. Ну что же вы знаете, это именно то, на что нам нужно обратить внимание, потому что подумайте об этом. Знали ли вы в древние времена, что Библия была написана по звездам? Нет. Да. И они, знаете ли, могли читать священные писания по звездам. Так что это еще один код. Расположение звезд было специально указано right. очень точно, чтобы это сработало. И подумайте об этом. Вы знаете, нас учат, что эта вселенная, вы знаете, центр Вселенной, вы знаете, является самым важным местом. Ну что же, угадайте, что именно. Только на Земле вы могли бы смотреть на звезды и читать священные писания. Если бы вы были на Сатурне или Венере, звезды не выстраивались бы в линию, образуя священные писания. Вы понимаете, о чем я говорю? Это и есть центр. Центр Земли ⁇ это центр Вселенной. Да, да, абсолютно верно. И я думаю, что они также должны знать, что как внутри, так и снаружи, как вверху, так и внизу. Вот почему я думаю, что мы являемся воплощением этого. Итак, то, что вы видите на небесах, вы видите и в нас, в наших митохондриях. И я думаю, именно поэтому они также нацелены на нашу ДНК и делают все возможное, чтобы ее изменить. О, у меня есть кое-что очень важное, раз уж вы упомянули ДНК. И в прошлый раз мы говорили о команде по лечению Тринити. Да. Это действительно существует. В 2004 году я смотрел университетский канал, и они хвастались, что изобрели это. И они, знаете ли, хвастаются своими высокими технологиями этим университетом. А потом он говорит, и вот теперь мы усовершенствовали, модифицировали вирус гриппа, и когда человек заражается им, он становится опасным. Меняется психическое состояние этого человека, и он становится нерелигиозным. Ох! Да. Это все равно, что удалить коды Бога. Ну что же, это исключает Бога и точка. Я имею в виду из жизни человека. И знаете, я просто поражаюсь, насколько опасными становятся технологии. Я имею в виду, что если они выпустят это в свет, то это будет просто вау. Я имею в виду, что никто не будет восхвалять Бога. Никто даже не будет читать Библию, никто. Знаете, это было бы так ужасно. Совершенно верно. Я помню, что видела, как кто-то выложил в сеть видеозапись, которая была правительственным видео, на котором эти ученые обсуждали этот вопрос. И это была скрытая камера. И они говорили, что им удалось внедрить это в вирусы, а также, ну, знаете, инъекции против вирусов, если вы понимаете, о чем я говорю. Да. И я думаю, что, возможно, это уже сделано, что они уже начали. Я, знаете ли, здесь, в США, наблюдается большой спад. И, знаете ли, некоторые винят в этом ковид, но очень возможно, что происходит что-то еще. Потому что количество церквей с каждым днем сокращается. Вы правы. Теперь в списке под номером один стоит история высоких технологий, насчитывающая тысячи лет. Да, вы знаете, именно поэтому произошло великое наводнение. Он уничтожил землю, потому что они занимались генетическими модификациями. Они скрещивали животных с людьми. Вы знаете, они делали всевозможные отвратительные вещи. И вы знаете, что каждый раз, если вы обратите внимание на историю, каждый раз, когда появляются развитые цивилизации, они пытаются захватить власть и уничтожить Бога. Вавилон, Египет, вы знаете, они обнаруживают, что туннели в пирамидах на самом деле являются волноводами для передачи информации. Энергия. И они полагают, что они смешивали химические вещества, химическая реакция вызывала колебания, и это могло привести к образованию микроволн и этого волновода. Вот что направляет микроволны к этому выходу, и скорее всего это была передающая вышка ⁇ Маяк в пространстве микроволн ⁇ в пирамидах нашли батарейки, химические аккумуляторы. Там есть иероглифы, изображающие египтян, держащих в руках что-то похожее на базуку с кабелем выходящим сзади и взрывающие предметы. Они нашли планеры. У них была способность летать. В Греции они нашли компьютер настолько продвинутый, что сегодня они не могут понять, для чего он нужен, как это было использовано. Это был механический компьютер, но он был очень сложным, как швейцарские часы. Понимаете, он был очень продвинутым. Это тот самый, которого они нашли в океане. Да, он был частично разрушен, но они смогли просвечивать его рентгеновским лучом, и это выявило все внутренние механизмы, и это было очень технически грамотно. И вот что мы обнаружили, так это, знаете ли, эти древние истории и легенды о роботах и странных существах в океане, таких как русалки. Они действительно нашли тело русалки. Русалки существуют на самом деле. Все эти истории из 1800-х-1600-х годов о кораблях, вы знаете, о встрече с сиренами, как их называют. Они сидели на скалах и пели людям на корабле, вы знаете. Так что о русалках ходит множество легенд. Все подумали, о да, точно вы знаете, и это на самом деле правда. И они нашли акул, у которых были множественные уколы, колющие точки и наконечники копий в плоти, которые были отломаны. И эти существа, которые наполовину люди, наполовину рыбы. Теперь я не знаю, создал ли их Бог, или в древние времена была произведена модификация ДНК, которая их создала, я не знаю. Не знаю, но они действительно существуют до сих пор. Но и нашел наполовину съеденное тело русалки. И да, я смотрел передачу об этом, и это было потрясающе. И в то же время действительно жутко. Но знаете, этот мир совсем не такой, как нам рассказывают. И в нем говорится, что нужно исследовать земную кору, чтобы узнать прошлое, и именно этим мы должны заниматься. Совершенно верно. Я думаю, что многие из этих криптидов на самом деле являются генетическими гибридами, которым, как вы знаете, удалось выжить. И вы знаете, что эти криптиды плодятся как сумасшедшие. А потом у вас появляется снежный человек, верно? И эти снежный человек. Вы правы. На котором они проводили анализ ДНК. Доктор Кетчум, я не знаю, знакомы ли вы с ее работой, но она руководит проектом по изучению генома снежного человека и энкриптиц. Это очень увлекательно. Так вот, они обнаружили, что митохондрии связаны с человеческой самкой, а отцовская линия неизвестна. Это буквально так и есть. Нет, в базе данных нет ничего связанного с этим. Да. Это абсолютно точно. Сейчас вы сказали что-то о найденном теле русалки. Где это было? Ну, это было, наверное, семь лет назад, но я думаю, что это показывали по историческому каналу, и они взяли интервью у национального агентства океанических исследований и обнаружили наполовину съеденное тело. И вот как они его нашли. Американские военные изобрели новый гидролокатор. Он настолько мощный, что пробивает черепа китов, акул и русалок. Боже мой! Боже мой! Да. И они следовали за этими военными кораблями по кругу, и прямо вокруг кораблей рыба умирала и всплывала на поверхность. И вот почему. Вы не можете нагнетать давление в воде. Так что если вы создадите огромное звуковое давление и воду, она сможет перемещаться на большие расстояния без потерь. Таким образом, волны давления от этого нового гидролокатора на самом деле вызывают кровоизлияние в мозг и убивают много-много животных под водой. Но у них были подводные микрофоны, и они записывали песни китов, и они услышали другой звук. Песню из чего-то, и это было не так. Это был кит, но они не смогли его опознать. И это была, знаете ли, русалка. Они на самом деле имитируют звуки, издаваемые китами. И вполне возможно, что они разговаривают с китами. Они выяснили, что дельфины — это действительно дикие животные. Вы знаете, что дельфины используют чириканье и свист для общения. На самом деле это видео. Что именно? Да, ЦРУ узнала об этом. Ничего себе. Это видеопоток. Они отправляют фотографии другим дельфинам. Это потрясающе. Да, ну что же, это и есть наш создатель. Создатель удивительного инцидента. Это потрясающе. Да, ну что же, я это знаю. Они думали, что так оно и есть. А вы думали, что так оно и есть? Вы знаете, люди думали, что рыбы это просто бессловесные животные. Да, ну что же, я думаю, что на самом деле здесь все наоборот. Да. Я думаю, что правительство потратило много времени на поиски этих русалок, и я думаю, что у них действительно есть тела. У них есть один живой. Они приняли участие в шоу. Это было видео, которое просочилось в сеть. Это были два просочившихся видео. Рыболовецкое судно поймало одно из них сетью, и это напугало команду до полусмерти, поэтому они отпустили сеть и отпустили ее, но это было на видео. А затем просочилось видео с военного объекта, на котором видно, что у танка есть стеклянное окошко на двери и короткое видео с одним из них, которое они засняли. Вы правы. О да, я думаю, что они очень серьезно относятся ко всему этому. Я думаю, что они тоже охотятся на снежного человека. И я действительно думаю, что они тоже охотятся на снежного человека. А что по-вашему представляет собой снежный человек? Ну, вы же знаете, что существует множество различных созданий, созданных Творцом. И знаете ли, я действительно не знаю. Это так. Есть несколько возможных вариантов. Я действительно знаю, что снежный человек существует, но вы же знаете. Да. Продолжайте. Ох, нет, я не хотела вас прерывать. Нет, продолжайте. Хорошо, итак, древняя технология, на которую вы ссылались ранее, это был антикетерский механизм, верно? Я думаю, что да, это так. Да, все в порядке. А знаете ли вы о каких-либо других сверхдревних технологиях? Да, они узнали о Вавилонской башне. Я наблюдал за Равином, который был археологом. Он заявил, что они выяснили, что Вавилонская башня на самом деле обладала электрическими и фотонными свойствами. Так вот, что они с этим делали? Что они делали с этой энергией, с этими микроволнами в пирамидах? Что они делали с этими энергиями? Ну что же, скорее всего, это был межзвездный маяк. Это что-то вроде маяка? Больше всего. Да, для космических кораблей. Ага, ага. Так что я думаю, что скорее всего они были в контакте с инопланетными технологиями, ну вы понимаете, с подобными ситуациями. И если вы посмотрите на то, как были построены пирамиды, то поймете, что они не могут построить их сегодня. Камни слишком тяжелы для наших машин. Вы правы. Так вот, вы знаете, что у них были высокие технологии только для того, чтобы построить пирамиду, не говоря уже о том, чтобы сделать маяк в космосе. Значит, Земля была похожа на галактический аэропорт. Да, Точно так же, как и сегодня, но знаете, нам не позволено об этом знать. Вы правы. Другими словами, Гитлер действительно принимал участие в создании НЛО, или, как вы знаете, высокоскоростных спасательных аппаратов. Это техническое название. Они есть у ЦРУ. Вы знаете, что многие цивилизации, когда они становятся более развитыми, способны создавать подобные устройства. А из разбитых кораблей они могут реконструировать эти устройства. Вы правы. Так в чем же, по-вашему, заключалась цель антикитерского механизма? Для чего бы он мог быть использован? Я имею в виду, что это очень интересно. Ну что же, это в точности то же самое, что и компьютер, только механический. Uh -huh. Так что знаете ли все, что вы хотели бы рассчитать, скажем, астрономические события, предсказания, особенно такие, как затмения? Многие правительства в те далекие времена, если бы они знали, что произойдет какое-то событие, скажем, солнечное затмение, они могли бы сказать людям, у нас есть власть. Мы собираемся закрыть солнце завтра. И это сбывается. Таким образом, люди ложно верят в эту ложную религию. Вы знаете, есть много способов манипулировать людьми, когда у вас есть продвинутые знания. А Гитлер, знаете ли, принимал активное участие в поиске этих древних артефактов, карт и технологий. Да. И он был вовлечен в оккультизм. Они могли бы, он и его генералы проводили спиритические сеансы и получали высокие технологии. А потом произошло вот что. Гитлер, когда он проиграл войну, мы вывезли половину его ученых техников, а другая половина досталась России. А один из ведущих ученых, Бор, является отцом НАСА. Он изобрел ракету. Они изобрели реактивный двигатель. Ученые-гитлеры изобрели метамфетамин. Он изобрел шоссе или автобан. А теперь взгляните, у он также изобрел способ пытать евреев, очищая хлеб от кожуры, отбеливая его и лишая всех витаминов. Поэтому, когда он кормил евреев белым хлебом, они думали, что едят и получают питательные вещества. Но это было не так. Поэтому их медленно замучили до смерти. Вы знаете, что там нет ни витаминов, ни питательных веществ. А теперь, если вы посмотрите на наше общество, что вы получаете, когда ходите в рестораны быстрого питания? Белый хлеб. Белый хлеб. Вы только что съехали с шоссе? Его изобрел Гитлер? А да? Вы читали, читали ли вы обо всех людях во всех городах США? У них большая проблема с беспорядком. Да, абсолютно верно. Вы видите, как летят реактивные самолеты? Вы видите все ракеты, которые изобрел Гитлер? Наше общество построено по образцу идей Гитлера. И я люблю свою страну, не поймите меня неправильно. Но знаете ли, нам нужны какие-то сдержки и противовесы в отношении способности наших лидеров совершать действия, которые разрушат эту страну. Мы не можем допустить, чтобы это произошло. Я имею в виду, что это замечательная страна. А что от нее осталось, вы знаете? Да, ну что же, я думаю, что в конечном счете это одна и та же цель. А также, как вы знаете, вся евгеническая программа по уничтожению нежелательных рас. Вы правы. Именно там Гитлер почерпнул свои идеи из евгенической программы правительства США. Фонд Рокфеллера обучал Гитлера всему, что касалось евгенической программы. И то, что они делали в США, это пытались отсеять нежелательных людей. Нежелательные расы, знаете ли, сформировать общество таким образом, чтобы избавиться от людей со смешными лицами или слегка умственно отсталых, знаете ли, им делали операции, чтобы не дать им завести детей. Have done on them to keep them from И знаете ли, это вело по очень плохой дороге. И именно там Гитлер почерпнул все свои идеи. Так что же, по-вашему, это за родословные гоплогруппы <группы> или расы, которые они хотят уничтожить? Что это за ДНК, группы крови, родословные гоплогруппы? Что они хотят уничтожить? Ну что же самое главное, они хотят остановить любого, кого Бог пошлет сюда. Знаете, как в Откровении, где должны появиться два свидетеля. Они хотят иметь возможность предвидеть это заранее и убить их. Точно так же, как я полагаю, когда царь Ирод убил всех младенцев на два года старше и младше, от а двух лет и младше, пытаясь уничтожить Иисуса еще младенцем. Вы знаете, это была первая бригада Тринити-терапевтов, понимаете ли? Но знаете ли, они хотят сохранить власть. Они не хотят никаких сюрпризов. Они хотят все контролировать, и тогда никаких сюрпризов не будет. Но у меня для них есть сюрприз. Они имеют дело с парнем, который обладает гораздо большей властью, чем они могут себе представить. А да? Я согласна с вами. Значит, вы не знаете ни о каких подобных особенностях, за которыми они охотятся правильно, потому что я действительно чувствую, что они охотятся за определенными родословными. Это вполне возможно. Это вполне возможно. Я не осведомлен о конкретных родословных, но я полностью согласен с тем, что именно это и происходит. Потому что, знаете ли, у них были способности к этой высокой технологии. Как вы думаете, большая часть Северной Америки была проектным центром для этих экспериментов, подобных секретным? О, да, совершенно верно. Вы знаете, как я уже говорил, в 1940-х годах они хотели узнать, как радиация влияет на детей. Поэтому построили школу, заполнили стены радиоактивным кобальтом. А затем следили за состоянием здоровья детей и таким образом получали свои данные. И это именно то, что сделал бы Гитлер. Так, вот вы знаете, что одна из главных проблем заключается в том, что когда вы позволяете ЦРУ и военным делать все, что они хотят, вот что вы получаете. А из истории ЦРУ известно, что в 20-е годы организованная преступность была ликвидирована. Они добивались больших успехов. ФБР на самом деле ликвидировало множество организованных преступных синдикатов. И мафия объединила свои ресурсы, и знаете, у них было несколько человек, неизвестно сколько сенаторов и конгрессменов подкупили их, ну вы понимаете, под их влиянием. Они решили создать новое агентство, которое будет следить за ФБР. Оно называется Центральное разведывательное управление. И это агентство в основном занимается контрабандой наркотиков, денег и оружия. Это их основная деятельность. Так вот, я разговаривал со многими подрядчиками ЦРУ, которые были в Корее незадолго до Корейской войны, и эта война велась из-за маковых полей. У ЦРУ их было много. Да, у ЦРУ было очень много маковых полей, которые приносили много денег. И Китай решил просто вторгнуться туда и захватить маковые поля, потому что они хотели заработать на наркотиках. И поэтому они прислали к нам подрядчиков с пулеметами, которые охраняли поля. И там погибло много людей. И, наконец, там было так много китайцев, что им пришлось, знаете ли, начать Корейскую войну. И много людей погибло из-за маковых плантаций. Да, да. Это Кеннеди. Продолжайте. Нет, нет, а что Кеннеди? Кеннеди, когда он пришел к власти в качестве президента, он узнал, что ЦРУ развязывала конфликты по всему миру, а затем продавала оружие обеим сторонам. Теперь это называется дестабилизацией земного шара. Вот как это на самом деле называется. И он сказал, что собирается расколоть ЦРУ на тысячу кусочков. И именно тогда его убили. И я узнал, благодаря обнародованию всех улик, поскольку несколько лет назад они обнародовали все документы и все остальное, что Освальд был агентом ЦРУ. Конечно, в этом есть смысл. Да. Да. Значит, они убили президента. Так вот, вы знаете, что происходит, когда вы позволяете своему правительству делать все, что оно хочет в любое время и даете ему неограниченное количество ресурсов и денег. Вот что вы получаете. Да. Так что мы должны пресечь всю эту деятельность, искоренить этих абсолютно злых людей и реформировать нашу разведывательную систему. И вы это знаете. Uh -huh. And reform our intelligence system in, you know. Ну что же, я думаю, что это произойдет. Но я не думаю, что это произойдет без вмешательства отца, потому что. Именно так. Люди не меняются. Именно так. Да. Да. Да, да это печальный факт, что знаете ли большинство американцев, пока у них есть свое телешоу и миска попкорна, кого это волнует. Вы правы. Главное, чтобы это на них не повлияло. Я знаю. И именно поэтому потребуется что-то очень масштабное, что встряхнет всех. Вы правы. Все верно. Что вы знаете о божественных кодах в Библии, имеющих отношение к тому, что произойдет в будущем, чего еще не произошло? Ну, вы же знаете, у меня нет суперкомпьютера. Я могу только, знаете ли, располагать ограниченной информацией о том, что мне удалось получить, но информация содержится во всех священных писаниях и кодексах, и она многомерна, и она живая. Да! Это слово живо. Совершенно верно. Значит, вы не припоминаете ничего, что имело бы отношение к вашему изучению этих кодов и, возможно, каким-то будущим событиям. Или, может быть, к тому, где мы находимся на временной шкале в отношении скорби и да, что должно произойти. Ну что же, да, я могу сказать вам, когда начнется Великая скорбь, и именно тогда все страны окружат Израиль, чтобы уничтожить его. И мы уже почти на месте, если вы обратите внимание на новости. И очень возможно, что в течение следующих двух-трех лет мы сможем увидеть начало, ну вы знаете, событий откровений. Потому что искусственный интеллект развивается очень быстро, и это самое главное. Израиль готовится к тому, что его могут окружить. И именно в этот момент Создатель и Его Сын не сходят, чтобы спасти Израиль. И многие события произойдут очень быстро, как сказано в Откровении. Семь печатей, и это все. Я не думаю, что у нас осталось так уж много времени. Нет. С самого начала я хотела бы, чтобы вы кое-что прояснили. Когда вы говорили об истинной физике субатомных частиц и о том, как взаимодействуют эти две силы. Итак, у вас есть божественные частицы, которые движутся со скоростью превышающей скорость света. И еще у вас есть ядерная энергия, отрицательная энергия, которая создается здесь и которая идет в разрез с этим. Не могли бы вы просто рассказать об этом чуть подробнее? Да, это, знаете ли, ядерный взрыв, это нечто обладающее огромной разрушительной силой. И по мере того, как эти бомбы будут становиться все больше и быстрее, это заставит создателя делать что-то, что ускорит время. Другими словами, он не позволит им сделать то, что они планируют. И вы знаете, что нельзя связываться с Богом. Вы не можете показывать ему средний палец и так далее. Да. Вам его отрубят. Да. И вы знаете, это действительно странная ситуация. Знаете ли вы, что при взрыве первой ядерной бомбы ученые воспользовались пусковым устройством? Что они сделали? Они спали с пусковым устройством. Они положили его прямо под подушку. О боже мой. Да. Так вот, вы знаете, что вокруг науки существует целая религия. И именно в этом, как вы знаете, суть масонской ложи, в скрытых знаниях, в скрытой энергии, в скрытых системах, ну, вы знаете, во всех их ритуалах. Это олицетворяет то, во что они верят. Вы знаете, это универсальная сила, которую им собирается дать сатана. И это относится даже к ученым, работавшим над созданием ядерной бомбы. Когда взорвалась первая ядерная бомба, они сразу же приказали, я думаю, примерно десяти солдатам отправиться маршем к эпицентру. Вау. Просто чтобы посмотреть, что произойдет нашим собственным солдатам. Я помню, я читала, что когда они это делали, они даже не знали, разрушат ли ядерная бомба экосистему. Ну, вы понимаете, различные уровни магнитосферы и все такое, верно? Они даже не были уверены, уничтожит ли это все целиком. Многие ученые считали, что это вызовет цепную реакцию и взорвет всю Землю. Да, и они все равно нажали на кнопку. Это просто доказывает, что вы правы. Это невероятно. Да. И я всегда говорю людям, что кривая интеллекта, знаете ли, по мере того, как вы становитесь все умнее и сообразительнее, поднимается все выше и выше. Она возвращается к нулю. Да, и это является доказательством. Вы знаете, чем умнее становятся эти ученые, тем более глупые вещи они совершают. Да? Нет, это просто безумная халатность. Я не могу, я даже представить себе этого не могу. Да, команда по лечению Тринити, не могли бы вы немного рассказать об этом? Да, вы знаете, что каждое правительство на протяжении всей истории боялось Бога и хотело помешать ему повлиять на их планы. И точно так же, как я уже говорил, вы знаете, что когда родился Иисус, они пытались убить всех детей в том городе от двух лет и младше в надежде спасти их. Останови его, дождь идет на землю, ты же знаешь. Так что, по сути, они собираются использовать науку и высокие технологии, чтобы убить Бога, как они думают, или остановить его любым доступным способом. В мире много Бога-ненавистников, Антихрист. И это будет хорошо сочетаться с развитием искусственного интеллекта. Все это объединено в настоящем времени или в будущем? И когда же, по-вашему, эти два свидетеля всплывут на поверхность? Это должно произойти довольно скоро. Да. Вы знаете, в священных писаниях одному человеку угрожали смертью, если он не прекратит проповедовать, и он сказал, «Если я перестану проповедовать, уверяю вас, эти самые скалы возопиют». И вы знаете, они думают, что могут просто убивать, ну знаете, прерывать беременность или убивать людей, которые, как предполагается, появятся на земле и станут откровениями. Но вы знаете, создатель намного умнее их, намного более продвинутый, и это просто не сработает. Их планы провалится. И вы знаете, что большой коллайдер, который они строят в Европе, представляет собой то, что произошло с ядерной бомбой. Другими словами, ученые думали, что это может вызвать катастрофическую цепную реакцию, так же как и этот коллайдер. Многие ученые считают, что это может привести к образованию черной дыры или чего-то еще, к открытию врат в другое измерение, что является странным отрывком из книги Откровений. Там говорится о звере, поднявшемся из бездонной пропасти. Так случилось, что именно там они и находятся. Так случилось, что они оказались над этой ямой. И, по-видимому, открыли этот портал. Именно это они и пытаются сделать, да? Да? Но знаете ли, это может привести к катастрофическим последствиям. Я имею в виду, что, по-моему, это уже привело к множеству проблем с боем в работе и многим другим неприятностям. Я думаю, что это уже привело к изменению времени и пространства. Да, они выяснили, что в ходе одного из экспериментов, который они проводили на коллайдере, электросфера Земли частично разрушилась, а затем медленно восстановилась. Ничего себе. Но знаете ли, если они разрушат это, то это будет нашей защитой от земной радиации, частиц и так далее. Uh, да. Я имею в виду, что это просто безумие. Я знаю. Это придает новый смысл безумным ученым. Да, абсолютно верно. Так что же вы думаете об изменении магнитного поля? О, это из-за сдвига полюсов? Да. Да, такое случалось много раз. Mm -hmm. Да. И это может быть травмирующим событием. Но знаете, это может вывести из строя многие высокие технологии, которые они используют против нас. Против нас самих. Вы тоже правы. А также максимальная вспышка на солнце, не так ли? Верно, верно. Это уничтожило бы всю ледяную крошку, все высокие технологии. Теперь uh -huh. это палка о двух концах, потому что атомные электростанции. Вы видели, что произошло на Фукусиме. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо, они потеряли способность охлаждать, их генераторы не запускались из-за соленой воды. Ну что же, представьте себе 3000-5000 атомных станций, сколько их на Земле тысяч фукусима по всему миру. Я имею в виду, что это убийца планеты. Да да. Так что по сути вы знаете, что эти атомные станции обрекают человечество на вымирание. Я имею в виду, что это всего лишь вопрос времени. И я думаю, что это возможно. Событие в Кэррингтоне произошло в 1800-х годах, так что это была максимальная вспышка на Солнце, которая вывела из строя энергосистему в самом начале их существования. И это было не так давно, верно? Вы правы. Технологии были не очень развиты, но если подойти к любому металлическому предмету, например, железнодорожным путям, слишком близко, то они могут тебя раздавить. Ваша машина может тебя раздавить. Электричество вырабатывалось в каждом куске металла, понимаете? Да. О боже мой. Ох. Да нет, я определенно так думаю. Но он всегда оставляет что-то в запасе. Он всегда оставляет что-то в запасе. Так что вот о чем нам нужно молиться и надеяться, так это о том, чтобы быть в этом числе. Потому что, как вы знаете, у него всегда есть ковчег, независимо от того, настоящая это лодка или нет. Да. У него есть люди, за которыми он присматривает и которых защищает. Вы правы, это правда? Он спас мне жизнь. Он спасал мою жизнь столько раз, что я не могу сосчитать их все. И я тоже. На самом деле мы ходячие чудеса. Да. Это потрясающе. Так, вы работаете над чем-нибудь, о чем хотели бы поговорить до того, как мы закончим сегодняшнее интервью? Ну что же, я да, я действительно разработал систему защиты от НЛО. Ничего себе. Да. Ну, знаете, я изучал их особенно, ну, я просто скажу вам, что на Таймс Бич у нас было несколько синих треугольников. Светящиеся синие треугольники приземлялись довольно близко к моему дому. И все шоссе Ай-44 остановилось, и все вышли из своих машин, и просто стоял там в благоговейном страхе. И я не знал об этом событии, пока не пришел в школу на следующий день, и девочка встала и сказала, что ей есть что рассказать классу. И у нее это было все было записано, и она описала события и место, где это было. Я такой, вау, это совсем рядом с моим домом. И я пошел туда в тот день после окончания школы, и у чуда на траве остались выжженные круги. А это, знаете ли, посадочные площадки. Каждый год, когда я возвращался туда, там действительно была трасса для картинга, но она была заброшена. Так что мы всегда катались на наших роторных велосипедах почти каждую неделю, и в течение многих лет на этих кругах ничего не росло. Вокруг кругов была трава, но в этих кругах ничего не росло. Они очень радиоактивны, эти космические аппараты, и знаете, скорее всего, это тоже их движитель. Но в любом случае, светящаяся часть, это то, о чем я собираюсь вам рассказать. Я обнаружил, как они создают плазменные силовые поля вокруг корабля. Они способны передавать электромагнитные волны способом, называемым конструктивной интерференцией, и это заставляет воздух светиться тонкой оболочкой вокруг корабля. На самом деле это силовое поле. Через него невозможно проникнуть, пока я не изобрел это устройство. Другими словами, если вы выпустите пулю в этот космический корабль. Да как только пуля попадет в эту светящуюся область миллионы и миллионы ампер чистого электричества поджарит эту пулю и она просто окажется на другой стороне в виде жидкости Это ничему не повредит это расплавит все что попытается проникнуть в эту светящуюся зону в эту защиту в это силовое поле. Так вот, недавно за последние несколько десятилетий был изобретен кевлар, а также сверхпроводящий материал. Так вот, я разработал кинетическое устройство. Вы знаете болт, который сделан из кевлара и закодирован сверхпроводящим материалом. Так что он действительно мог бы пройти через это силовое поле без проблем. Так что на случай, если нам когда-нибудь придется защищаться от НЛО, у меня есть способ. Это потрясающе. Значит, это действительно так. Я имею в виду, сформировано ли это так, как вы бы снимали? да, это всего лишь снаряд. На самом деле вы могли бы, знаете ли, использовать ускорительный пистолет. Вы могли бы использовать все, что угодно, лишь бы попасть в этот болт, или, знаете ли, двигаться очень быстро. Я думаю, что это блестяще, потому что совершенно очевидно, что, знаете, сейчас они действительно спускаются вниз, ведут себя довольно нагло и, похоже, хотят, чтобы люди это увидели, не так ли? Ну что же, я пришел к выводу, что люди в нашем правительстве, возможно, в других правительствах, сотрудничают с ними. Или же они захватили их высшие эшелоны власти из-за того, насколько безумны действия наших военных. И я имею в виду, что это просто бесчеловечно делать то, что они делают. Вы знаете, они проводят терраформирование планеты с помощью химических технологий. Да. Именно так поступили бы инопланетяне, понимаете? Да. А в 50-х или 40-х годах, я полагаю, генерал МакАртур. Да, МакАртур потерял связь с зоной 51. Они не отвечали на его телеграммы и звонки. Они захватили потерпевший крушение космический корабль с телами инопланетян, но один из них был жив. Генерал МакАртур пригрозил базе и сказал, если вы не ответите на мои вопросы. Кроме того, они заказывали действительно странные запчасти и расходные материалы, которые, как вы знаете, обычно база не заказывает. Но он угрожал им. Он сказал, что если вы не ответите на мои вопросы, я отправлю 50 солдат, чтобы окружить вашу базу. И выяснится, что инопланетянин обладал телепатическими способностями и, скорее всего, воздействовал на войска и людей на этой базе. Ох! Да. И еще. Так что им пришлось положить трубку. Да. Они должны были выяснить, как сдержать пришельца, чтобы он не смог проникнуть под влияние. Понимаете ли? Вы правы. Это что-то вроде электромагнитного поля. Я не знаю, что это такое. Что бы это могло быть, если бы оно содержало это? Это должно быть что-то такое, что мозговые волны не могли бы достичь кого-либо, как будто они не могли бы проникнуть внутрь. Ну что же, еще раз повторю, сверхпроводящий материал положит конец любому контролю над разумом. Это положит конец любому внешнему влиянию на мозг. Потому что вы можете сделать шлем или шапочку, закрывающую голову. И сверхпроводящий материал будет отражать 100% электромагнитного магнитных волн. А что такое сверхпроводящий материал? Это материал, который, как они выяснили, содержит кремние массы менее 10 миллионов тонн, или, по-моему, 10 миллионов тонн, приходится на 1 квадратный сантиметр, толщиной всего в несколько миллиметров. Если надавить на него давлением в 10 миллионов тонн, он становится сверхпроводящим материалом. Это потребляло бы все электричество. Всего лишь этот маленький кусочек материала мог бы вырабатывать все электричество, которое вырабатывается в любой стране мира. Это невероятно. У него нулевое сопротивление электричеству. Ничего себе. Так что, по сути, сверхпроводящим материалом является кремний или это может быть что-то другое? Нет, существует множество различных веществ, которые могут стать сверхпроводящими. Но вы знаете, что проблема заключается в комнатной температуре. Сейчас можно изготовить множество сверхпроводников, охлаждая их до минус 400 градусов, используя сверххолодные газы и так далее. Но знаете ли, это знаете ли, дорого и все такое прочее. Но сейчас они очень близки к созданию сверхпроводников комнатной температуры, и это это изменит правила игры. Это могло бы спасти человечество от многих вещей. Это невероятно. Собираетесь ли вы в конечном итоге сделать доступным это новое оружие, над которым вы работаете? Ну что же, я уже раскрыл это. Это так. Это оно и есть. Я имею в виду, вы знаете, дело не в этом. Это не так уж и сложно, если вдуматься. Но вы знаете, что для этого действительно требуется сверхпроводник комнатной температуры, если только вы не установили его на спутнике. Потому что температура в космосе минус 400 градусов. Градусов. Ох! Так вот, я не уверена, что мы действительно сможем получить к этому доступ, но... Верно, верно. Но да, нам понадобится сверхпроводящий материал комнатной температуры, чтобы покрыть этот болт, и как только это будет сделано, и он поступит в продажу. Это будет несложно, понимаете ли. Вы знаете, что плазма, о которой вы говорили, окружает НЛО, защищает их и создает вокруг них силовое поле. Верно, верно. Мне интересно, в детстве меня довольно часто похищали. И я помню несколько случаев, когда я была на корабле, и там было что-то вроде этого. Это невидимо, но не имело значения, как быстро ты летел. Это было так, словно ты стоял на месте, и тебе некуда было сесть, не за что было ухватиться, потому что тебе это было не нужно. Ты буквально не двигался, хотя летел с такой гиперскоростью. Да, да, я видел видео, на котором правительство США стреляет по НЛО. Это было сделано с борта космического челнока. Камера была установлена на космическом челноке. И вы знаете, что этот аппарат обогнул край Земли. Он был освещен Солнцем. И внезапно произошла яркая вспышка. Все изображение с камеры стало белым. И они выяснили, что это была рельсовая пушка. Электромагнитная рельсовая пушка на Земле, которая создает мощный электромагнитный импульс при выстреле снарядами. Да. Значит, это повлияло на ПЗС-матрицу в камере космического челнока, и она стирает изображение с любой камеры, когда они снимают эту штуку. И это всего лишь короткая вспышка, а затем изображение возвращается, и вы видите эти гранулы, или знаете это почти как дробовик, с Земли вылетает множество пуль. Но еще до того, как они приблизились, этот НЛО сделал круг и исчез. По их оценкам его скорость была примерно такой же. 250 миль в час. Именно так. Именно так. Да. Так что, знаете ли, у них потрясающая способность быстро передвигаться. И вы думаете, что это происходит из-за этого плазменного поля? Потому что это я имею в виду такой странный опыт, понимаете, потому что я все время спрашивал. Ну разве мне не нужно за что-то держаться или пристегнуться ремнем безопасности к сидению? А они просто нет. В этом нет необходимости. Вы вообще не будете двигаться. Вы этого не сделаете. Вы этого не сделаете. Кто вы такой? О чем вы говорите? Да, верно. То, о чем вы говорите, это инерция и это физическое свойство движущихся объектов. Неподвижный объект хочет оставаться неподвижным. Движущийся объект хочет продолжать двигаться. И когда вы меняетесь, другими словами, если бы это был просто корабль, созданный человеком, без возможности влиять на инерцию, вас бы размазало по стене и все. Совершенно верно. Да. Таким образом они обладают способностью уничтожать инерцию или контролировать ее. Все в порядке. Это просто очаровательно. И это все. Да. Из-за того, что ваш разум движется, вы движетесь со скоростью, я бы сказала, сверхскоростной. Я даже не понимаю этого, а вы вообще не двигаетесь. Но вы же знаете, что они также могут сделать транспортное средство полупрозрачным. Значит, так оно и есть. Да, здесь есть всевозможные эффекты. Да. Когда вы получаете контроль над технологией, вы понимаете, да, я просто дикая. Это потрясающе. Я просто взбесилась. Ну что же, не хотите ли вы сказать что-нибудь еще, прежде чем мы закончим сегодня? Потому что я продержала вас здесь целых два часа. По-моему, я уже почти полностью наполнился. Я думаю, что сейчас у людей возникнет еще больше вопросов о том, не согласитесь ли вы в будущем заняться третьей частью. Конечно, абсолютно уверен. И еще, прежде чем я уйду, я хочу, чтобы люди знали, что я действительно изобрел средства противодействия электронным домогательствам. И во-вторых, вы знаете, что многие тысячи людей по всему миру становятся мишенями. И я публикую это на своем веб-сайте, который посвящен борьбе с шумом в ушах в интернет-магазине 2k.com. И вы знаете, что если кому-то нужна помощь, я размещаю ее на своем веб-сайте. И это просто потрясающе. Я действительно хочу, чтобы вы заценили это. Дэвид помог тысячам людей. И это невероятное изобретение. На самом деле я не могу сказать о нем достаточно много. Поэтому, пожалуйста, зайдите на его веб-сайт и закажите это сегодня, потому что каждый человек является мишенью и жертвой этого невидимого оружия, которое используется. Это больше не просто случайный человек. Это касается всех. Да. Если у вас дома есть техника, то да, вам это нужно. Да. Именно так и есть. Ну что же, это просто замечательно. Два часа пролетели, как ни в чем не бывало. Да. Это безумие. Дэвид, мне было очень приятно познакомиться с вами. Я думаю, я просто хочу сказать, что если люди захотят отправить электронное письмо и задать, ну, знаете, вопросы для следующего сообщения, не стесняйтесь делать это в моем электронном письме. И да, с этого момента мы перейдем к третьей части позже по дороге. И что же вы собирались сказать, Дэвид? О, я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете, и за всю информацию, которую вы предоставляете людям. И знаете, вы укрепляете веру, распространяя информацию, и вы делаете хорошую работу. Это точно. О, спасибо, Дэвид. Всегда полезно знать, не так ли? Вы действительно помогаете. Да. Знание ⁇ это сила. Да, и я имею в виду, честно говоря, я думаю, что мы пришли сюда именно с этой целью, и мы здесь выполняем свою работу, не так ли? Мы работаем. Все верно. Мы здесь для того, чтобы помогать друг другу. Да. Для меня это большая честь и огромное удовольствие, Дэвид. Я действительно с нетерпением жду третьей части. Я также перешлю вам вопросы, которые будут отправлены мне по электронной почте. И тогда, возможно, мы сможем составить что-нибудь для третьей части. Хорошо, звучит заманчиво. Спасибо, Дэвид. Не за что. И спасибо вам всем.